сольется. Не стойте на моем пути, сейчас первый же сольется, 100%. Я взлетаю, вы предо мной, блядь, стоите все трое. И чё, ты сквозь нас проедешь, успокойся. Поэтому я сказал, не стойте. Выпендрёжник. Не, а то, что я наземку буду грабить, это 100% вообще. ПВО хотя бы закрабь первым делом, потому что оно нам мешаться будет. Так, я полечу направо, там как раз вон какие-то херы есть. Так, кого можно побить? Направо? Ну давай. А вы уже там смотрите сами, как хотите. Там какие-то гаубицы стоят. Ну, я по их душе. Понятно. О, минус один я смотрю. Тебя просят выключить свои сраные дымы, а то ты палишься. Серж-Серыч, Серж-Серыч, выключай свою зеленую сраку. Не-а. А, я думаю, что за зеленый срак, это понятно. А как она вообще хоть включается? Там надо выставлять настройка кнопку. У меня на кнопке L. О, у меня тоже включили. Какие-то сраки. У меня у тебя белое? У меня фиолетовый. У меня белое. У меня фиолетовый. Там в настройках надо настраивать. Да похеру, сраки это сраки. О, вижу цель. Ну чё, поднимаемся на 1.5 км. И потом будем ебошить. Окей, так точно, блядь. Вот тут на F5 так точно не работает, собаки. Не, там Т, что-то там. Ответ. Там через нумпад как. Похеру. Не, я эти херню страдать не собираюсь. Вот мир танков, блять, вот опять же, вот, лучше придумал. На кнопку нажал, все, ответ. Там вариантов ответа мало. Неудобно. Там их всего 10, а здесь их около 40. Угу. Ну знаешь, эти 10 более чем достаточно. Помогите, защищайте базу, так точно там. Ну здесь база как бы не одна, здесь их много. Ну, извините, сравнили самолетики и там. А чё ты сравниваешь, что там лучше, видите ли? Ты сам его сравниваешь. Там удобней, проще. Блять, потому что там всего меньше. Сам потому что картошка для людей с одной извилины, поэтому там все проще и удобнее. Ну да. Опа. А вот и ПВО проснулись. Херач ПВО первым делом. Я сейчас так и буду. Блин, мне интересно, где этот засранец летает на 78-м? Где-то где наземка, наверное. А, вижу. Давай ко мне. Я бля, думаю, они собаки пигают. Вон. Справитесь и сами. О, вон вижу, он, подлетают. Там еще макака, да. Поможешь, потому что я с макакой в прошлый раз воевал, ну ее нахер. О, нет, что-то мне страшно. Там еще макака полетает ИБФ. Мне страшно. Есть выбор. Они нас убьют. А у нас есть выбор? Да, нет, все, ты как хочешь. Я на 180. Ой, блядь, сыкло тупое. Там он все их тима прет. Ты что, будешь себя один в одиночку против них? Они тебя сейчас разберут быстро. Блять, тебя только не хватало. Дюшка, это была, короче, ловушка. Бля, помогите, у меня хер. И ты на эту ловушку клюнул, тебя сейчас тачит. Да пока. Пошел ты нахуй со своей ловушкой, Серега. Правда, вот ты ебался. Правда, глаза пули. Да ты доебался просто, что? О, он специально затягивал, тут вся тима сговорилась против тебя. Ты ебался. Отвлек меня, вот я теперь, блядь, пришлось от МС уворачиваться. Помочь тебе, что ли? Я помогу. Так,
Кажется, мы пытаемся трахать. Помогите. Бля, да не до тебя сейчас, Серег, сам откручивайся. Да, тут нас заворота. Ты вообще на биплане, ты можешь увернуться от любого крафта. От любого вообще. Я не биплан. Почти ну, биплан. Ну почти, ты очень маневренный. Почти не считается. Ты у меня полкрыла. Ты маневренный хешки, по крайней мере. Ты можешь... маневреннее всех твоих противников, так что да. Не выпендривайся. Так, что если ничего ты... Ничего не знаю, как подбит, я убегаю. Так, эту юшку кто-нибудь будет убивать? Нет, движок адово греется, мне система охлаждения жопа. Поэтому я ну давай со мной на базу, я как раз в ту сторону валю. Сука, он все греется. Он вроде постывать. Сразу, все равно 2 минуты осталось. Сейчас сдох. Да. Бывает, бывает. Гори, гори, моя звезда. Звезда любви. Так, у них еще один. Это бобер. О, Андрюш, ты уже тут? Блин, да подожди, у меня 50 секунд на посадку! Движок, да, температура 450 градусов, мать его! На пузо садись! На пузо садись! Век воли не видать! Клёво ты поймал! Да я говорю, мне пизда всему! Я еще, бля, опять их клинит начинает. Твою ж мать, а? Вот мне не хватало-то еще. А, ну это из-за утечки топлива. Я выше, сука, выше! Выше, мне пизда. Ага, это, кажется, хешка была. Да, а, это нет. Хешка. Я же говорил, что это хешка. Собака такая. У меня как движок за 110, точнее масло за 110 плюнуло, все, я начал падать. А, движок наконец-то потух, ё-моё. Ты все равно починить их будешь. Да я починюсь, но он у меня хотя бы перестал, блин, подыхать. Не все, пойму, хорошо. То ли у них на филде крафт, то ли это палатка. Ну, хоть на земку потрахал, уже хорошо. 4 штуки причем. Ну, отлично, съел, я уж думал, ой, убьюсь. Ой, 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 алло. Нахер ты вообще туда попёрся? На разведку. Все равно меня уже по очкам никто не переплюнет. Двигатель заглох, перегрев. Все, случилось наконец эта жопа. Успел хоть сесть. Ну так, уже глупо. Это называется скилл. Просто, сука, везунчик. Скилл, ёпта! Не везунчик я, это скилл! А кто за скилл? Это просто скилл! Это только разум, что ли? Не, ну в смысле я на дрочер. Я на таких ситуациях собаку съел, блядь. Ты уёбываешься, да? А?
выебываешься, говорю?